Всем привет, дорогие друзья, с вами Файт, прогнозы фэнтези на 21 мая. Только что завершился матч OG против Натиков, длился он довольно-таки долго, поэтому и прогнозы выходят поздно. И, соответственно, все равно все матчи еще не закончены, поэтому с одной карточкой нам придется немножечко подумать. Ну и давайте переходить. На основу я поставил Скитера из Тундрой, тут все понятно, а на второй слот Юраги из OG. В случае, если сегодня у нас в серии Beast Coast против Gaming Gladiator побеждает Gaming Gladiator, то мы, соответственно, ставим сюда дурачье. Пока что прогноз выглядит так. Вот на центр мы ставим Безема, тут железно, потому что Безем всегда набирает много очков. Ну а на поддержку я поставил Солери. Это опять же под вопросом, тут можно ставить либо пятерку из Beast Coast в случае, соответственно, победы этой команды, либо же Солери в случае победы команды Gaming Gladiator. Также еще, если вы не можете ждать завершения матча, то можно сюда поставить Пандабу из той же Тундры. Точнее, из команды Thunder Awaken. Ну, а на второй слот Мэтью. Мэтью у нас по очкам тоже всегда набирает немало и, в принципе, радует. За предыдущие дни, как я говорил, по очкам у нас все неплохо. Сегодня тоже, скорее всего, будет неплохо. Тут еще не обновилось с последней игры, как я понимаю. Но, в целом, вроде бы в 10% тоже попадем. Еще когда завершится матч, Gaming Gladiator. На этом все. Можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и всем пока.